Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Крейсер. Лето 1945 года. До конца Второй мировой войны остались считанные недели. Крейсер ВМС США «Индианаполис» доставил на американскую военную базу на острове Тиньян боеголовку атомной бомбы. Левша. 2015 года. У боксера Билли Хоупа все было прекрасно. Звание чемпиона, красавица-жена и любимая дочка. Но фортуна отворачивается от него. При трагических обстоятельствах погибает любимая жена. Дисквалификация на ринге, нулевые доходы. Суд лишает его родительских прав. Хоуп должен отстоять звание чемпиона и вернуть дочь. Есть ли у Хоупа шансы на победу? Все решит его знаменитый хук левой. Далский клуб покупателей 2013 года. Реальная история Рона Вудруфа, техасского электрика, у которого в 1985 году обнаружили СПИД. Врачи отвели ему всего 30 дней, но он не пожелал смириться со смертным приговором и сумел продлить свою жизнь, принимая нетрадиционные лекарства, а затем наладил подпольный бизнес по продаже их другим больным. Судья 2014 года. В центре истории успешный адвокат, который приезжает в родной город на похороны матери и узнает, что его отца, городского судью, подозревают в убийстве. Герой решает задержаться, чтобы выяснить правду, и постепенно лучше узнает родственников, с которыми давно вообще никак не общался. Распрекрасный принц. О прекрасном принце мечтает каждый, что уж говорить о распрекрасном. Необычный дар юноша получил еще при рождении. Девушки готовы на все ради его улыбки, но плата за это – праведный гнев мужчин. Такое положение дел не может продолжаться вечно, а дар вот-вот обернется проклятием. И теперь у распрекрасного принца всего 3 дня, чтобы спасти королевство от самого себя. Ирландец. История Фрэнки Ширини по прозвищу Ирландец, которому приписывают убийство 25 гангстеров, включая самого Джимми Хоффу. Операция «Калибри». Как заработать миллионы на бирже? Можно долго учиться на трейдера, а можно протянуть кабель через всю страну и получать котировки раньше остальных. Антон и Винсент решают провернуть аферу века, но на их пути встает Эва Торрес, роковая женщина и беспринципный злой гений. Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти. Томас отправляется на поиски лекарства от смертельной болезни под названием «Вспышка». С богами. Последние 49 дней. Бывший мстительный призрак Ким Сухон предстает перед королем подземного мира, и ангел смерти Кан Нин просит для него прохождения обычной процедуры. Он уверен, что сможет убедить судьи в невиновности своего подопечного. Король соглашается, но ставит условия. В течение 49 дней ангелы должны вознести душу старика Хо, чье земное время давно истекло, и доказать невиновность Сухона. Душу защищает домовой, который мало того, что регулярно выписывает тумаков, пришедшим за ней, так еще и проявился перед дедом и его малолетним внуком и помогает им по хозяйству. При ближайшем знакомстве с домовым ангелы выясняют, что тот помнит подробности их жизни и связь друг с другом тысячелетней давности. Июля 2011 года – день, когда был совершен самый кровавый, беспощадный и многочисленный по числу жертв теракт в истории Норвегии. Террорист Андерс Брейвик взорвал бомбу в Осло и расстрелял 77 молодых людей в лагере на острове Утея. Хронология тех страшных событий представлена с трех сторон – глазами пострадавших от нападения, политиков, оказавшихся беспомощными в экстремальной ситуации, и юристов, которые вели дело Брейвика в суде. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!